Ждем попку Опять и лазбу. позвали босса, потому что это уважение и признание нах. Вы уже просто без меня не можете, потому что ваши каналы загнутся, как только такое вы перестанете меня звать. Такое чувство, каждый раз на низком старте просто сидишь, когда ж тебя, блядь, позовут. На самом деле, нет, в этот раз я видео досмотрел. Я как бы досмотрел до конца видео и только потом к вам пришел. Так это ж факт, он сидит и ждет, говорит, блин, хоть бы сегодня пригласили, 100%. Неправда, нет, это факт. Это факт, это факт. It's fact. А что надо делать? Ничего. По ссылке зайди в секрете. Ебать, блядь, вы чё, серьёзно? А чё? Ты хуй словил? Девка коню сосёт. Секрет, братан, не надо, полиция. Блядь, я нашёл эту хуйню. Смотрите, никаких осуждёнок, блядь, политики тоже, let's go. Начать. А мы какой режим играем? А нахуй я пришёл тогда? Микрофон пердит. Как играть? Как играть? Сука, дай предложение, чтобы это нарисовали. Я загадал. Пусть рисуют как угодно, блядь. Мне тоже похуй, я тоже написал. Да я уверен, ты тоже самое написал, что и я. Нет, чат нет, можно читать? Ну да. Они, смотри, в чем прикол. Там не нужно текстом рисовать рисунки, следующее ты будешь рисовать. Тебе выпадет все, тот, я кто понял. Задал. Но я художник, я жесткий. Это ты пятерка написал, Боб Хавальник, я че, ебать, кто это, блядь? Да нарисуй бомжа какого-то. Нет, я написал пятерка Биг Бон. И как это рисовать, нахуй? Охуенно, все скажите, что вы написали, блядь. Да на всех пятерка. А где заливка, реально? А где заливка, нахуй? Ну это из-за того, что я анимацию поставил, походу, блядь. Сука. Нахуя ты анимацию поставил? Я могу ее пересоздать, пока не поздно. Давай пересоздадим в натуре. Кого да, я уже почти нарисовал художество, блядь? Я зашел. Это вызов, да, был? Какой бигбон, блядь? Я бигбон. А ты нахуй! Бля, как будто к Дрейку на стрим зашел. Я как будто в CS 1.6 на КЗ, бля, зашел. Я вахуй, что такое? Так. То же самое можно написать. А, ладно. Ебать по клавиш, я сейчас программист, блядь. Ты там что, 5 предложений накидал, что ли? Почему им приходится гуглить, как выглядит пятерка, блядь? Ну нахуй! Это вообще просто, типа, большое лицо. Это стыдно не знать, это стыдно. Блядь, а реально, как он выглядит? Реально? Да в смысле, блядь, не стыдно вообще? Здесь почему так долго? Потому что не тыкаем готов. Потому что рейди не нажали. Готов, нельзя готов, писать готов, слово. Готов нажмите, сука, кто не нажал, блядь. Ну, сука, кто-то. Блядь. Я польщен, если честно. Спасибо большое. Ну как, блядь, его нарисовать, нахуй? Нет, какое, наверное, рисовать не знаю. Что у него за шляпа, блядь, должна быть, нахуй? Я не знаю, блядь. Слушайте, ну вы там побыстрее рисуйте. Мне через полчаса Леди Баг смотреть две серии. Да пошел ты нахуй, блядь. Бля, я ебала людей рисовать, ёб твою мать. Я ебал людей. Я ебал пятерку рисовать. Я ебал пятерку, пятерку, по-моему, в 4 рисунках рисуют, блядь. Я Леди Баг. Я не дорисовал, не обессудьте. Все, я, блядь, помогаю вам, ребят, чтобы вы не это, а то заебали. Мы здоровы, Кисань. Спасибо. Здорово. Ой, блядь. Так, хорошо, а дальше, блядь? Я сейчас требую, чтобы этот смайлик был использован. Все. Кто-то, блядь, кряхтит, пердит, кто-то клавишами хуёт. Ты слышишь это тоже? Да-да-да. Блядь, ну я уже это рисовал. Я только что это рисовала, блядь. Да похуй, так пойдет. Ой, нихрена себе, ты красиво так нарисовал. Ничего, это что за хуйня, блядь? Алло, мне звонят. Они должны понять. Это вот, они должны вчера в Майнкрафт добавили картину. Да вот этого. Всем похуй. Они поймут точно. Блядь, зрителям не похуй на меня, ты слышишь, блядь? Так ты нахуя, блядь, Майнкрафт ебучий рисуешь? Ну ты так половину рисунков... В смысле, блядь? Потому что, во-первых, я легенда Майнкрафта, во-вторых, ты слышал мои топовые треки про Майнкрафт? Например, зашел в Майнкрафт и мир создает. Сыграл, поднялся в топ. С морковкой на свинье летаю на серве. Сейчас топочка на мне, под жопой конь в броне. Охуеть. Ясно, нахуй. Ребят, я спас вас. Так, ну вроде норм. Не то нарисовал. Как это не то? Все я то нарисовал. И буду сейчас, блядь, этих кубоголовых долбоебов рисовать. Мне вообще похуй, блядь. Муханьчжан проиграл в казино. Понятно? Вот. Блядь. Конь с большим пенисом проиграл в казино. Муха и лота. Все вернулось, все вернулось. Все, отлично. Айнурая в лота.
Объясните. Ебать. Нихуя красиво. Нихуя. Муханджан стримит лота. Все, отлично. Как, блять, этот камбэк вообще произошел? Ух, ебать. Ебать. А, кто называется? Я забыл. Называется шоу. Блять, ну блять. Нет, несправедливо, но серьезно, забыл, как называется лото. Позор, чел. Конь спит на подушке. Вот это я нарисовал, кстати. Охуеть. Охуеть. Ебать, конь натуральный. Блять, почему я два раза это рисовал? Блин, одно и то же? Мухаджан мечтает запустить лото. То же самое, блядь. Мне очень нравится то, что я тебя охуеть. Я рисовал один в один, блядь. Билли Айлиш. А ты вообще забыл нарисовать просто. Это был первый рисунок как раз. Человек с синими волосами расстроился, что вечеринка закончи. Нихуя сложно. Закончи. Я тут заруинил. Не взяли в 89. Опять пятерка. Флеймс падает со стула. Ой, блядь, охуя, чё нахуй. Ебать, грохнулся. Ой, плохо. Фламес 89 увидел пятерку. А где там вообще пятерка? Что за хуйня? А где он вообще там? Чел с серыми волосами бычит на чело с оранжевыми. Сын фермера. Блядь, ебать, драма. Было, блядь. Сын фермера погиб на скотобойне. Сына фермера убили. Не, ну мы отыгрываем нормально. Мазилов идет за пивом в 22:59. Мазилов не успел сходить за пивом. А где пиво? Шериф выпил, я не вру. Хорошо, я вернул все назад. Нормально, нормально. Хештег щищ. Объясните мемы, я хочу смеяться. Объясните мемы, блять. Ты что не шаришь? Что это нахуй? Дзуцу, призывай воздуха. А, ну это я рисовал. Это воздух в Майнкрафте, так и похоже же. А у тебя у всех рисунков пенис? Наруто строчит на шинге. Да это случайность. Снился и это ищет грибы. Бля. Так, а, я понял, во что это превратилось. Да, я вообще не понял, я вообще не понимаю. Смотрите, гриб полковник. Блять, ну я рисовал как мог. Вот серьезный. Объясните, я понял. Вот сейчас смотрите, смотрите. Какой мухомор Гарри Поттер, блядь. А? Охуеть, слышишь? Рисунки. Неплохо. Неплохо, неплохо. Мухомор, ну, да. Гарри Поттер, минус. Идеально, идеально. А это да, нет, ну пошло нормально. Зачем он курит? Мухомор жестко напаснул. Бля, Гарик не написал. Мухомор курят вазл. Объясните возл. Что такое возл? Похуй. Всемирная организация здравоохранения. Пятерка топ-1 Твича. Это правда. Я все исправил. Глянь, какой красавчик. Я все исправил, ребят. Братишки. Чё за нахуй? Чё за хуйня, блядь? Ебать, чё из-за моего опыта? Да-да-да, это Башкиркин. Это я взял. О, это я! Это я, звезда рэпа! Ручка либо пенис ХЗ. Чего, блядь? Чего? Пен! Я думал, блядь, не рэп написано, а пен. Ручка. Люди не настолько тупы, чтобы одно слово загадать. То есть рэп тебе это сложно. Это ручка в граблях? Нога держит карандаш. Рисовал. А ведь реально, блядь! Пятерка заебал. В смысле, нахуй? Охуенно, Сань! Так долго обрисовывал! Нахуй, пятерка. А как еще? Вот суки. Бля, что это? Что это, блядь? Что это, блядь? Же. Это курица. Окорок с глазами. Пятерка. Что это, блядь? Это бекон. Угрюмый картофель. Ну, окорок. Бля. Че, сам себя нарисовал, да, бля? Картофель, не морковь. Это расизм какой-то овощной, блядь. Картошка лишилась другой морковки. Поросат. Мама дрё.
Мама дрёт. Охуел! Я извиняюсь. Слышь ты, блядь! Я просто... Лагода жёлтый цвёт в школе. Это не срать, это спать. Пошёл нахрен, блядь! Почему его волосы зелёные? Почему зелёные? Это Джокер, блядь. Любитель крипты с зелёными волосами, как и... Криптотоп, ёпта. Инвестировал в говно. Выход сверху. Что выход сверху? Ну это руина тотальная. Какая руина? Что за знак? Что за знак? Машина приехала забирать крысу в дурку. Я это... Ладно. Перфоратор под моржом. Вот что это было, блядь! Зацените. Как мог так нарисовал? Сука! Бивень серфит на дрейле. Почему так? Тихо, Макс. Блядь, заблагодарился за животное. Макс подумал, да, из фильма «Бивень», блядь. Какая шляпа с пушкой, блядь. Это, ну... Там очевидно бивень серфит на дрейле. Адская шапка стреляет. Естественно. Блядь, неинтересно, что это произошло. Аниме «Чел из зад убивает свинья». Бля, у меня тут все силы на свинью ушли. Нихуя себе, это нормал дэнс так-то. Хорошо это нарисовала. Пятерка фармит еду, меня круче. Пятерка рассказывает, что он Биг Бон. Да блять, Макс, это пиздец. 21.05, что это, блядь? Великий Пятерка захватывает Твич. Бочка? Бочка хлогидрон. Мне интересно просто, что из этого нарисовали. Блять. Триуголовый муравей в банке. Муравей, блядь! Блядь, это не пенисы! Я знаю, что это. Муравь в банке. Пенисы, я специально ушла от этого. Ну это пенисы! Ну это такое. Горошек. Это гантели какая-то. Банка горошка. Какая гантели, очнись, чел, это муравей. А я спросил, сколько сказали. Ковальник ест мясо. Это не Боб Ковальник. Это перерос утюг. Да похуй, блядь, Боб, ковальник ест, ёбаный утюг. О, блядь! Видишь, я правильно все сказал. Так, ну как я должен был это отгадать? Короче, я знаю, во что это превратилось. Замок роботу в рот или утюг. Роботу в рот или утюг. Охуеть. Бендер. Охуеть. Бендер и утюг. Какой я блан нарисовал блендер, блядь? Я. Нет, это еще бендер, подожди. Бендер и утюг. Во, какого хуя? А я ебал, как он рисуется, блядь. Блендер и утюг. Все, закончились. Нож выпал. Давай еще, или анимацию попробуем. Заверши набросок, начни с базовых линий и посмотри, как их поймут другие игроки. Давайте, блядь, дополнение, может? Давай, что хочешь рубать. Дополнение? Короче, здесь нужно дополнять рисунок, поняли? Я писки буду пририсовывать. Короче, чел делает предложение. Смотрите, он тут кольцо. Чел делает. А не обязательно дорисовывать, да? Надеюсь, я все правильно сделал. А да. Что это, блядь? Что я, блядь, нарисовал? Это так работает? Что делать надо, блядь? Да я ебу. Да дорисовывай, типа, просто за людьми. Блядь, это какая-то сверххуета, блядь. А сейчас будет прикольно, мне кажется. Блядь, у меня кто-то вообще не дорисовал. Я тоже нихуя вообще не дорисованный полностью. Нет, это, наверное, каждый дорисовывает за каждым, типа. А, блядь. Вы рисуете первоначальные варианты просто всех игроков. Да. Кто последний не нажимает ради, ёбаный рот. Искусство требует времени. Ух, ебать. Охуеть, я рисую, блин. У кого живот урчит, блядь? Я это отчётливо слышал. Это что сейчас кушать хотел, блядь? Покушай, друг. Это что? Бля, какая-то подлянка от кого-то тут залетела. А как мне, блядь? Да я не знаю, как они выглядят, блядь. Да нормально, прикольно. Мне тоже. Просто какую-то хуйню нарисовал, блядь. Ну ладно, похуй. Я заебалась рисовать ваши недопенисы. Это мой почерк. Это ужас, блядь. А как он там выглядит, блядь? Да какая-то хуйня вышла, блядь. Ну ладно. Да похуй, поебать. Ебать, я гений. Блять! Что это? Это что за да его, сколько блядь? Рисовать нахуй! Это член! Что это? Осуждаю, блять, на всякий. Я помню, пенис большой. Член. Да не, вон там чисто, беляши валяют. Так вот хуйню рисую, полную, блять, похуй. А, не, погодите.
Это слишком очевидно будет. Надо поприкольнее нарисовать. Во! Бля, я не успел. Ладно, похуй. Это кто? Ну это явно жопа. Блять, ну я заебался. Что это за хуйня? Почему я за всеми дорисовываю, а за мной никто, блять? О! Каждый из нас, блядь, дорисовывал. Твой рисунок все рисуют сейчас. Точно, ребят, вы гении нахуй. Бой-бой-бой. Блять, не успел. А, блять. Что, блять? О, последний рисунок, ура, последний. Последний, да. Блять, да хватит, я заебался птицы рисовать, честное слово. Да похуй уже, все, это мелочи, погнали. Начать. Дрейк. Пиздец ты уебаный. А что ты хотел погнать? Так, смотрим, кто что рисовал. Вот я и хочу, я поэтому и нарисовал. Не, вы сейчас офигите, что у меня жесть. Бро, ты не видел мое? Газ, блядь. Это же газ. И хуя, блядь. Отсылочка ЕМЭ. О, видишь, вообще, ну так-то... Я вообще подумал, что из этого можно Among Us сделать. А, слеза. Нихуя! О, нормально. Эй, кто спит? А понятно, одноголовый думает. Вот, смотрите. Гений. Заебись, кстати. Я чуть-чуть. Это я, это пятерка, я, ничего себе. Хорош. Это С, блядь. Кабоп. Так. Мне кажется, эти ближе к концу будет еще пизже. Блядь, так хуёво это нарисовало. Хорошо, позовём тебя. А кифтельку? Это что? Я думал, это у тебя. О, это я. Ух, я с 89-м сквудом опять играю, они меня опять признали. Скоро будут у меня все сосать хуй. Да. Не замутился. Бля, вы слышали? Она такая... Давай, пока. Пиздец. Это я. Охуенно нарисовал, да, блядь? Бро, сейчас увидишь. Ой, это что? Нихуя. Это Билли Айлиш. Красиво. Чё? Это смайлик, блядь, и плеча охуенный. Нихуя. Понял. Гиперфиксация, блядь, на Билли Айлиш. Бля, прикольный режим тоже. И вот так медленно рисовал. Мазделова задал. Вырисовывал, блядь. Бля, пятерка, я не знаю, ты на себя дрочишь по утрам, блядь, зеркало или как, блядь? Ну типа, сколько раз ты себя нарисовал, друг, скажи, пожалуйста. Не знаю, что это за тон. Это кто, блядь? В голых мазелах в маске. О, это я. Вот, не хватает подлой музыки. О, хорош. Это я ему чай несу. Оригинально. Ебать, чтобы я этого не слышал. Да в тени есть, нихуя себе, блядь. В натуре голубь. Че волосы синие? Реклама Казика. Угадай, блядь. Блядь, эти рисунки, конечно. Я там такую трагическую историю нарисовала. Вообще, это должен был быть продавец говна. Это руки. Это руки. Я думал, что. Это руки. Нихуя. Прикольно. Тоже дурка, блядь. Охуеть, Лагода, ну ты и пиздун, блядь. Не, я там продрал. Хорош. Красиво. Да, и пятерку нарисую. Блять, что это? Это давай пятерку. Давай следующее, чтобы ты себя нарисовал. О, прикольно тоже. Там будет. Нихуя. Красиво. А чё, как тонкие линии делать? А там можно менять. А это чё, Вань? Это как? Ты уже нарисовал? А, нет. А, ну слава. Еще один голубь. Ожидаемо. Единственное, нормально. Я хоть не начало члена рисую, блядь. Да, я не против. Я как увидел, сразу понял, что это ты. Ну, твой голубь. Так, ну тут, наверное, голубь у всех будет, потому что мы там... У всех голубь. У меня не голубь. У меня ты, наверное, да? У меня не голубь, если чё. У пятерки пятерка. Да. Блядь, у вас реально у всех голуби? Утка. Хорош. Бля, я сейчас походу буду один долбоёб. А, бежит? Хорош, Стив, лучший. Нихуя. Это чё? Просто, блядь. Нормальный человек. Из какого-то мультика. Да. В поисках Немо. Блядь, Саня, это понятно. Нет, о чем вы подумали? А почему не нарисовался? Хорош. Я маг. Цвет кожи, блядь, отмен. Что это? Короче, чародей. Что это, блядь? Это корова, походу, которая целует что-то.
Мы пытались избежать, Денис очень активно. Не, хотел я не избежал. Нихуя. Я ебать. Красиво. Почему это начало стирать? Он полетел. Хуёвые деревья, брат. Трёхлистный клевер. Это клеверы. Ну опять, блядь. Ну это пиздец. Ну ты настолько... Я не могу, блядь. Заебал нахуй. Вов, мы мыслили одинаково. Да? Ну почти. Почти близко очень. Пропеллером. Так. Вот это вообще пиздец. Это торч, это торч. Я вот это очень не успел дорисовать. Это из мема. Джокер. Давай себя нарисуй, пятерка. Не, я там тебя нарисовал. Да? Ну ладно. Я был уверен, что это варится варенье. Что это нам? Я думал, все дорисовывают с моего рисунка. Я тоже думал. Да. О, это Таня, блядь. Масяня. Не круто, я осуждаю. Масяня не круто, осуждаю. Иноген. Из AR0, типа. Зачеркнул, блядь. Бро, а бро, что ты хотел этим показать? Че, рисуйте? Нихуя! Бля, прикольно, пиздец. Мне нравится. Ну да. Покакал, вытер, заебись. Прикольный пиздец, ну да. Ты увидел как раз. Начала насрали, блядь, грибами порос. Что это? Как? Блядь, а лучше всех старкуя. Я не успел нарисовать, блядь, Пепе. Вот, пожалуйста. О, миньончик. Это чё? Это что, ебать? Типа с парашюта прыгает. О, с парашюта? Ну, блядь, я его... А это прищепился, да? Это чё жук было нарисовано изначально? Чел, который сказал, что? А где изначальный рисунок, блядь? А гадёныши стирали линии. О. Я говорю, я везде свой почерк оставлял. Почему у вас всё хуёвое? Блять, я один тут вибратор увидел. Папа, не надо. Подожди, вы все уши увидели, что ли? Ну, бля, посмотри, розовая хуйня такая. А что это? Кролик ведь сзади. Кролик ведь сзади. О, боже мой, ебать. Нет. А это вибратор? А я сначала рисовал вибратор, потом подумал, что забанят. Это новая AirPods? Везде пытаются Халка нарисовать, или что это? Макс, вообще было фу. Это вообще тихо. А нет, я специально вам для интереса, чтобы вы что-то интересное нарисовали. Невероятная абстракция. Просто все стер нахуй, Андрей, блядь. Это король. Я ничего не стирал. Прикольно, слышь. Боба Лох. Кто это? Тут такой Боба, блядь. Кто такой Боба? Я пытался из него кальцифера сделать. О, кальцифер. О. Кальцифер должен быть из говна. Да? Это фрукты, блядь. Это фрукты. Хорошо. На диете, на блядь, пятерка. Охуеть, долбоёб, просто. Пиздец. Иди он нахуй. Смотрите, нахуй, долбоёб. Лера себя нарисовал, блядь. Это пиздец, не, это вообще, Рафлан ебало, нахуй. А все, все хотели, да, рисовать так? Нет, я нарисовал вообще другую хуйню. Я знаю, что у вас в голове было, блядь. Чего он обосрал, блядь? Я думал, нарисовывать будут. Блядь, здесь реально предложение делают. Не-не-не, смотрите. Сука, я опять не то сделал. А чё он в этом доме? Текстуры достал. Чел бежит от ракеты по дому. Я хуй знает, что это. По дому? Охуеть. Не, я слишком очевидно нарисовал. Ой, я скипай нахуй. Ну он огонь, типа, зажигает на Олимпийских играх. Хорош. Сильно. Чё? Всё больше нет, что ли? Да. Но он долгий. Бля, прикольная вещь, но очень долго.